Здравствуйте, дорогие участники. Будем читать Слово. Четвертая книга Царств, 7 глава, с 1 стиха будем читать. Будем читать 7 главу с 1 стиха. И сказал Елисей: выслушай слово Господне, так говорит Господь. Завтра в это время мера муки лучше будет по сиклю, две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал: если бы Господь открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот: вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Четыре человека прокаженные находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решено нам пойти в город, то и в городе мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас живых, будем жить. А если умертвят, умрем. И встали сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. Пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц, ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: верно, нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали, побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, ели и пили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли, и спрятали. Пошли еще и другой шатер, и там взяли, и пошли, и спрятали. И сказали друг другу: не так мы делаем день сей, день радостной вести, если мы замедлим и будем дождаться утреннего света, то падет на нас вина, пойдем же и уведомим дом царский. И пришли, позвали привратника городских и сказали им, говоря: мы ходили в стан сирийский, вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, и только кони привязанные, ослы привязанные, шатры, как быть им. Прочитали по 10 стих. Вот пока мы проповедуем Евангелие о том, как наши грехи были прощены кровью Иисуса. И знаете, Господь удивительным образом действует, и я не могу отрицать того, что Господь жив. Знаете, я раньше служил в учебном подразделении связи. Мы в Дэгу прошли 6-недельный курс молодого бойца. И зачем нас перевели в учебное подразделение связи? Да, мы попали в это подразделение холодной зимою, в ноябре. Но знаете, почему я благодарил Бога? Вот курс наш назывался курс... Да, это называется курс радиооператора. То есть это курс для связистов.
Ранее подразделение наше находилось в городе Дэджон. Я 311 набора. И вот наших курсантов, да, 11 набора перевели в Вонджу. И поэтому наш набор в городе Вонджу стали самыми старшими солдатами. Знаете, в учебных подразделениях очень строгая дисциплина. И у нас есть три правила. Если ты будешь курить перед старшими, у тебя не будет зубов, чтобы есть. Если ты пойдешь в туалет раньше старших, то ты не будешь ходить на своих ногах. Если ты не отдашь честь старшим, то ты не сможешь ложиться спать. Да, дисциплина была очень строгой у нас. И мы попали в это подразделение как первый набор. То есть у нас не было старших. Да, даже если ты на один день пришел раньше, ты уже старше. И мы стали старшими. Каждую субботу приходят сотни новобранцев и также выпускаются. И каждую субботу, когда приходят новобранцы, я вот захожу в казарму. Они дрожат передо мной от страха, так как я старший. Ну, понимаете, я попал туда на одну неделю раньше. И потом я спрашиваю, ну как, вы выспались на поезде? И они отвечают хором, да, мы выспались хорошо. Я говорю, не напрягайтесь, да? Спокойнее. Дорогие, не напрягайтесь. Через неделю ровно придут младшие. Я сначала их успокоил и сказал. Поднимите руку, кто из вас ходил раньше в церковь? То поднимают руку около 80%. В нашем учебном подразделении не было пастора. Да. Капелланов не было, поэтому я выступал в роли капеллана. Хотя никто не обязывал, но я сам проводил богослужение и проповедовал. И мне было очень радостно. Да, в нашем подразделении от 170 до 200 человек участвовали на богослужении. Да, я рядовой проповедовал. А в главном штабе проповедует капеллан, полковник. А у них собирается около 40 человек только. И поэтому, получается, я в этом подразделении был самым большим пастором, пастором большой церкви. Я там проповедовал Евангелие о спасении. Я очень был счастлив. И в нашей казарме у меня было двое близких друзей. Их звали Сонг Сунджон и Ким Чанг Вон. И эти двое очень сильно помогли мне проповедовать Евангелие. И мне очень нравилось каждое воскресенье. У нас тогда не было молитвенного дома, поэтому под горой на холодной улице мы проводили служение. И после служения я общался с солдатами индивидуально. Я был очень счастлив. А потом, знаете, мы помолились Богу. Да, мы уже стали старшими, а там курс длится 16 недель. И мы говорили друг другу за месяц до выпуска. Да кто-нибудь из нас должен остаться и дальше нести Евангелие солдатам. Но понимаете, мы не можем остаться там по своему желанию. И после выпуска, если нас отправят в другие подразделения, мы должны были переехать. Однажды, когда я зашел в аудиторию, меня вызвали по радиовещанию.
Рядовой Оксу Пак, 311 набора, быстро в штаб. Подумал, почему же они меня зовут? Я подошел в штаб. И сказал, вот рядовой Оксу Пак явился. И в офисе один лейтенант был самым старшим и ответственным лицом. Да, и он был офицером по воспитанию. Он увидел меня. Ой, рядовой Пак, присядьте сюда. Знаете, в армии офицеры прямо, да, ругаются, да, вот рядовым. А рядовые за спиной ругаются на офицеров. Да, в этом было отличие. А он разговаривал со мной в уважительной форме. А рядовой Пак, до того, как вы пришли сюда, чем вы занимались? Да, я был евангелистом церкви. Да, вчера он был дежурным. И я подошел к нему, чтобы сообщить о проведении богослужения. Этот человек до того, как поступил на военную службу, усердно верил Богу. Но говорит, что он в армии оставил веру и начал выпивать и курить, как и другие люди. И он, увидев, как я провожу богослужение под горой на улице, он был потрясен. И знаете, и в этот день вечером от мучения он не смог уснуть. Рядовой Пак, чем я могу быть полезен? Ой, уважаемые офицеры, конечно, вы можете нам помочь. Чем я могу помочь? Да, мы проводим богослужение на холодной улице. Если вы дадите нам аудиторию для служения, буду благодарен. И он отдал нам, да, вот, аудиторию, поэтому мы могли проводить богослужение там. Я был очень благодарен. И потом прошел весь курс, и у нас должна была быть церемония выпуска. И знаете, я у двери ожидал лейтенанта Банг, потому что хотел выразить свою благодарность. И потом он пришел на работу, я ему отдал честь. Ой, лейтенант Банг, я сегодня выпускаюсь. Спасибо вам за все, что вы сделали для нас. И понимаете, и мы стали выше чина, у нас теперь появились две полоски на эмблеме. Ой, рядовой Пак, минуту. Он хотел мне что-то сказать. Да, и поэтому я начал слушать. Да, знаете, есть три подразделения, да, куда хотят попасть связисты. Это командование столичной обороны в Сеуле, 502-е командование военной связи в Тэгу, и потом военное командование логистики в городе Пусан. Я думал, куда же вас отправить, в Тэгу или Пусан или Сеул, но я решил, что вы сможете быть полезны для развития моей веры, поэтому решил оставить вас тут, не обижайтесь на меня, давайте будем работать вместе. Да, благодаря этому человеку я служил в том подразделении 3 года. Так как за месяц до моей демобилизации приехал капеллан, поэтому я, да, служил там как военный капеллан. И мне кажется, правительство Кореи много помогло мне. Я был счастлив за 3 года, пока я проповедовал Евангелие. Да, мы сегодня прочитали 7 главу 4 книги Царств. Да, сирийцы напали на Самарию, чтобы захватить ее. Да, но так и израильтяне не могли оказать сопротивление, поэтому они вошли в город Самарию, и они закрылись там.
Да, так как город был окружен, поэтому никто не мог выйти из него. А сирийцы, вместо того, чтобы ступать, ожидали, пока самаряне не выйдут сами из города. И так как израильтяне не могли выйти из этого города. Дорогие, есть интересный факт. В Японии раньше строили стены только вокруг царского дворца. А в Корее ограждают целый город. А китайцы всю страну. И поэтому в Китае есть Великая Китайская стена. И поэтому израильтяне тоже построили стену, да, вокруг этого города. Но так как сирияне не отступали, и люди не могли из этого города выйти. И так как в городе не было возможности заниматься сельским хозяйством, и люди тем более не могли выйти из города. Да, так как не было сельского хозяйства, поэтому через 2-3 года все продовольствие закончилось. И женщины начали есть своих же детей. А мы можем подумать, а как женщина может съесть своего ребенка? Но говорит, когда человек сильно проголодается, то в их глазах дети будут смотреться как кролики или курицы. Да, все люди умирали там от голода. Но что сказал Божий человек Елисей? Он закричал громким голосом. Да, слушайте слово Господне. И кто, завтра в это время мера муки лучше будет посекли, две меры ячменя посекли у ворот Самарии. Да, еда там, всякая еда закончилась, и это стоит очень дорого. Но мера лучше муки будет по сиклю. И два ячменя тоже по сиклю будет стоить. Не может быть, если бы Господь сделал окно на небе, может ли такое быть? Но самое главное, дорогие, Господь совершает наше спасение. Я получил прощение грехов в 1962 году. Я много раз перечитал Библию. И прочитал все стихи, которые говорят о спасении, о прощении грехов. И пока я проповедовал Евангелие, именно когда я проповедовал Евангелие, я видел Господа, который помогает мне во всем. Раньше для проведения пасхального собрания мы снимали закрытый стадион Кучоксхай или Чамшили стадион. Но из-за коронавируса правительство Кореи запретило проведение массовых мероприятий. И поэтому с помощью программы Zoom мы проводили пасхальное служение. Я три раза проповедовал рано утром, днем и вечером. Но на каждой проповеди около 2 миллионов человек слушали. Я не мог этому поверить. Потом мы проверили, что на каждой проповеди присутствовали около 2 миллионов, и всего 6 миллионов человек слушали Слово. И после пасхального собрания, да, у нас был семинар 10 мая. И знаете, наши миссионеры ведут служение в около 110 странах мира. И
И мы попросили, чтобы наши миссионеры договорились с местными телекомпаниями о трансляции нашего библейского семинара. Но мы сами сомневались в том, что телекомпании согласятся на это. Да, и мы начали наш семинар 10 мая. И говорят, что первый день нам сообщили, что около 130 миллионов человек присоединились к нашему семинару и слушали. Я не мог этому поверить. Какие 130 миллионов человек? Но с каждым днем количество зрителей начало возрастать 300, 500 миллионов, 600, 800 миллионов. И нам сообщили, что последний день около 1 миллиарда человек слушали проповеди наши. И вначале только несколько телекомпаний согласились транслировать семинар. Но к конце концов 276 крупных телекомпаний присоединились к трансляции этого семинара. Дорогие, когда мы занимаемся Божьими делами, как человек именем пастор Оксу Пак своей силой может нести Евангелие до края земли? Но мои проповеди транслировались через 276 телекомпаний по всему миру. В некоторых странах около 100 миллионов зрителей смотрят телевизор. А у одной телекомпании около 500 миллионов зрителей. Мы все удивились. И мои проповеди были переведены на 26 языков. И получается, весь мир слушали мои проповеди с 10 мая. И я подумал об этом. Если мы поедем в Сеул, если мы обратимся в такие телекомпании, как KBS, NBC, CBS, и попросим транслировать семинар пастора Оксу Пака, то они просто будут смеяться. У нас уже запланированное расписание, и там мы можем показать ваш семинар. Из-за пандемии COVID-19 большинство людей находилось дома. И благодаря 276 телекомпаниям, да, около 1 миллиард людей, человек, слушали семинар. И что нам сказали из телекомпании? Так как у них не было возможности передать бейсбольные или футбольные матчи, и поэтому наверняка больше людей слушали библейский семинар. Это было правдой, хотя нам было сложно поверить. Да, время от времени, когда мы смотрим на сайт, да, тысячи людей оставляют комментарии и благодарят нас. Когда я кровью Иисуса получил прощение грехов в 1962 году и пока проповедовал и носил Евангелие прощения грехов, так как это были не мои дела, а Божьи дела. И я не раз испытывал то, как Господь помогает мне во всем десятким тысячами путей. Я в прошлый раз говорил об этом. Однажды мы провели библейскую конференцию на горе Дедок.
И наши служители участвуют на этой конференции 4 недели подряд. Поэтому все время мы там проповедовали. А после обеда мы играем немного в мяч. Где-то час мы занимаемся спортом. А я уже пожилой человек, поэтому еле поднимаю ногу и опускаю. Но было интересно играть. Но в этот момент подошла одна пожилая сестра. И она позвала меня во время спортивного занятия. «Пастор, вот сюда приехали мои родственники. Пожалуйста, побеседуйте с ними». Но я же пастор все-таки, да? Благовесть намного важнее, чем спорт. Я хотел еще поиграть. Но мы встретились с ее родственниками. Да, их было двое, женщина и дочка ее, которая исполнилась 23 года. И после того, как они рассказали нам свою историю, мне стало очень жаль этой девушки. Оказывается, вся ее семья болела туберкулезом. И для лечения они принимали медикаменты. И после употребления лекарства им стало намного лучше. И таким образом курс лечения закончился. И знаете, особенно медикаменты от туберкулеза очень сильно напрягают желудок. И поэтому, когда человек принимает такие медикаменты, он чувствует неудобство в желудке. Да, они поправились и перестали принимать медикаменты. Но есть одна самая большая проблема в туберкулезе. Да, вот они подумали, что выздоровели и перестали принимать медикаменты. Но оказывается, туберкулезные бактерии выжили и остались в организме. А теперь у этих бактерий появилась сопротивляемость к этим медикаментам. И поэтому говорят, что таким людям уже медикаменты не могут помочь, и они умрут обязательно. Эту девушку звали Нам Ми Сон. Ее отец уже умер от туберкулеза. А у мамы половину легких вырезали. А у Ми Сону было 23 года, и она постоянно теряла вес. Ей было 53, а потом 51 килограмм, 49, 47, 46, 45, и потом 40 килограмм, 39 килограмм. Ей было всего лишь 23 килограмма, когда мы встретились. Она была очень тощей. Мне было очень жаль ее. Да, я их посадил и начал проповедовать слово. А девушка вообще не хотела слушать об Иисусе. Она вовсе не собиралась слушать об Иисусе. И поэтому мы закончили беседу в этот день. И договорились с ними о том, что мы встретимся в следующий день. Но в следующий день они просто вернулись домой. Да, дочка не хотела слушать об Иисусе. Но у меня не было их номера. Я не знал их адрес, поэтому мне было очень жаль. Я хотел встретиться и побеседовать. Но у меня не было возможности контактировать. И потом, когда прошло 5 месяцев, поступил один день звонок. Алло. «Пастор, я мама Ми Сон». «Ой, здравствуйте, как вы поживаете?» «Да, со мной все в порядке». «Пастор, завтра у вас будет время?» «Да, завтра у меня будет время с 15:30, около полтора часа». «Пастор, тогда мы приедем к вам». И поэтому приехала Ми Сон и ее мама. И поэтому я хотел с ней поговорить.
Эмисон. Ты когда-нибудь слышал о том, как человек поверил в Иисуса Христа и помолился, и он исцелился от болезни? Но она вдруг разгневалась сильно и сказала, какое это имеет ко мне отношение? Я очень сильно растерялся. Эй, почему ты так гниваешься? Но она вообще не хотела слушать об Иисусе. Понимаете, я специализируюсь на Иисусе Христа, поэтому я очень радостно рассказываю обычно. Ой, наверное, вам не понять. Попробуйте стать пасторами. Вот попробуйте стать пасторами. И попробуйте тем людям, которые еще не получили прощения грехов. Попробуйте открыть Библию и рассказать Евангелие. Знаете, вам будет очень радостно. Понимаете, когда человек получает спасение, я очень радуюсь. Да, дорогие, все пасторы живут ради этого. Конечно, в жизни возникают проблемы и трудности. Но мы становимся счастливыми, когда люди получают спасение от грехов. Эта девушка так начала себя вести, что я не смог продолжить беседу. Что бы я ей ни говорил, она кричала и злилась. Да, и мы не могли нормально общаться, и они ушли. Я очень сильно расстроился. Вот была бы она моей сестрой, я бы поругал ее. Но так нельзя. Да, я должен был сделать И знаете, я очень счастлив видеть людей, которые нуждаются в спасении, которые хотят получить прощение грехов. Но не все люди могут быть одинаковыми. И знаете, мне нелегко общаться с теми, у кого нет вообще желания слушать. Знаете, мне было очень жаль на душе. И после 10 дней... Да, мама ее опять позвонила. «Пастор, завтра у вас будет время?» «Да, да, приходите, конечно». Если бы это было раньше, я бы радовался, но теперь я очень сильно переживал. А что делать, если она придет опять, очередной раз будет злиться на меня? Что делать, если она не захочет слушать? Она приехала и сказала, «Ой, миссион, я сегодня буду говорить недолго». Послушай меня немного. Итак, я ей начал проповедовать Евангелие о прощении грехов. Да, время от времени я следил за ее настроением, чтобы она не начала злиться. На самом деле, если она умрет, она пойдет в ад. Но я же не пойду в ад. Но я же не могу ее просто сказать, пойди в ад. Поэтому пастор должен всем сердцем благовествовать. Ведь от этого зависит, то пойдет она в ад или в Царство Небесное. И поэтому я должен терпеть, даже если она злится на меня. Да, было бы хорошо, если бы я мог нормально проповедовать ей Евангелие. Но знаете, мне нужно было построиться под человека, поэтому сложно было проповедовать Евангелие. Да, я следил за ее настроением, чтобы она не злилась. Я за полтора часа ей рассказал о том, как наши грехи омылись кровью Иисуса. Фух, и мы закончили. И потом я спросил Мисон. Мисон, ты веришь ли этому? Но как она мне отвечает? Да, пастор, я верую. Теперь я не мог поверить этому. Да, как такая девушка может поверить? Ведь она злилась на меня так. И знаете, я убоялся что-нибудь сказать в ее сторону, потому что она может злиться опять. Я сказал ей маме. А мама, Эмисон, вы веруете ли этому? Да, пастор, мои грехи омылись.
И потом она мне рассказала историю одну. Да, недавно у них одно событие произошло. Да, она каждую неделю по несколько раз ходит в больницу на лечение. И в один день после лечения они вышли, и врачи сказали: «Ой, мама Мисон, давайте мы с вами поговорим». И они встретились в его кабинете вдвоем. И что сказал ей врач? «Эй, мама Мисон, у меня есть к вам просьба. Пожалуйста, больше не приходите в больницу к нам. Да, никакие медикаменты уже не могут помочь вашей дочери, Мисон». Но мы же не можем ей сказать: «Пойди домой». И поэтому мы даем какие-то медикаменты и делаем вид, что помогаем ей. Но понимаете, совесть очень сильно мучает нас. Вот, честно говоря, вы приходите, и мы делаем вид, что помогаем и лечим ее. Но эти бактерии уже имеют сопротивляемость, поэтому медикаменты не могут помочь, Мисон. Да, мы можем делать такой вид раз или два. Нам очень тяжело давать ей медикаменты, несмотря на то, что они бесполезны совершенно. Да, мы вас просим, пожалуйста, больше не приходите сюда. Потому что мы не можем ей помочь. И ее мама сказала: «Хорошо, я поняла». И вышла из здания. Она села на машину, и Мисон спрашивает: «Мама, что они говорят тебе? Что они сказали?» «А, это ерунда. И она отвезла ее, дочку, домой. И она сама вышла на улицу. На улице шел дождь. Но она даже, да, бродила туда и сюда по улицам без зонта. Да, у нее была маленькая надежда на врачей. Но то, что врачи сказали больше не приходить, это означает, что Мисон умрет. И знаете, Мисон хотела забыть об этом, но когда она подумала о смерти дочери, ей было очень печально. Она плакала и продолжала плакать. Но она ведь не могла плакать перед дочерью. И поэтому она сама, да, под дождем. Целый день плача, она бродила по улицам туда и сюда. Мисон, Мисон, если ты уйдешь, то что я буду делать? Да, она целый день проливала слезы. И наступил вечер. И она подумала, что нужно приготовить ужин для дочки. И вдруг какая мысль появилась? У нее был знакомый шаман. О, если я обращусь к нему, может быть, он знает выход из этой ситуации. Поэтому она обратилась к этому шаману. А шаман удивился: «Слушай, зачем ты ходишь так под дождем?» «Ой, зонта не было, поэтому я вот так была под дождем». И да, она вот привела себе порядок и села. И она говорит шаману: «Слушай, врачи сказали, что моя дочка умрет. Слушай, я на все готова. Подскажи, как моя дочка может спастись? Ты же шаман. Тебе же все известно. Подскажи, как моя дочка может спастись? Я на все готова».
anything. Я готов даже заплатить деньги. Я все сделаю. Пожалуйста, спаси мою дочку. Я об этом никогда не забуду. Пожалуйста, спаси мою дочку. Она говорила об этом, проливая слезы. И тогда шаман улыбнулся. И он сказал, что есть два способа, которые могут спасти твою дочку. Ей было очень приятно слушать. Что это за пути? Да, первый путь – это за деньги провести ритуал. И поэтому, если Мисон примет духа, если она станет шаманкой, то она может не умереть. И она подумала, да, ей лучше стать шаманкой, чем умереть просто так. Но и с другой стороны, она не хотела, чтобы ее дочка стала шаманкой. Да, она не хотела, чтобы дочка стала шаманкой. И она спросила шамана, вот ты же сказал, что у тебя два пути есть. Ну да, есть два пути. Первый путь – это стать шаманкой. А второй путь – это что? Тогда шаман с улыбкой сказал ей, если она не хочет стать шаманкой, то ей нужно поверить в Иисуса. И когда мама Мисон услышала об этом, подумал, да, намного лучше стать, поверить в Иисуса Христа, нежели стать шаманкой. И она с того момента решила поверить только в Иисуса. И женщина, уставшая, вернулась домой. А Мисон спала на кровати. Да, дочка так и не любит слушать об Иисусе Христе, поэтому она просто тихо взяла за ее руку. И глядя на лицо дочки, она молилась про себя. Господь, пожалуйста, спаси мою дочку, Мисон. Господь, спаси мою дочку. И она тихо, плача, говорила так про себя. Следующий день. Да, мама сказала дочке. Мисон, нам нужно с тобой поговорить. Мама, что ты хочешь сказать? Присядь. И сказала. Мисион, мне сказали, что ты, если ты примешь духа и станешь шаманкой, то сможешь спастись. И она взглянула на лицо дочки. А что дочка говорит в ответ? Мам, я не хочу быть шаманкой. Как мне быть шаманкой? Мне очень страшно. И, понимаете, и маме тоже было очень жаль. И затем она сказала дальше. Ну а что делать? Да, если ты не хочешь быть шаманкой, то тебе нужно поверить в Иисуса. А ты же ненавидишь Иисуса. А Мисон удивилась, сказала, да, мама, это правда? Я поверю в Иисуса. Мама, я не хочу быть шаманкой, я лучше поверю в Иисуса. Я поверю в Иисуса. И в этот день Господь обратил их сердца. И они открылись перед Иисусом. И они обратились ко мне, чтобы слушать об Иисусе Христе. А мне было очень тяжело с ней в прошлый раз, поэтому попросил, ой, Мисон, послушай немного, я не буду говорить долго. Вы не представляете, как я боялся, что она начнет очередной раз злиться и кричать. Я закончил историю. Мисон, ты веришь этому?
Да, пастор, я верую. Я очень испугался. Я думал, что она меня не так поняла. Вот девушка, которая ненавидела Иисуса. Я так благодарил за то, что она поверила в Иисуса. Я теперь не мог поверить тому, что она поверила в Иисуса. И поэтому я спросил ее маме. «Мам, а вы верующие в Иисуса?» И она тихо открыла свои уста. «Да, пастор, мы верим. Да, наши грехи прощены». В этот день мама и дочка получили прощение грехов. Вот когда я проповедую Евангелие, то порой бывают люди, которые противостоят и идут против меня. Да, некоторые звонят и по телефону ругаются на меня. Да, они так поступают, потому что не знают. Вот когда я проповедую Евангелие, то бывают такие люди, о которых я думаю, что эти люди не могут спастись. Я много раз видел, как Господь меняет сердца таких людей. Да, поэтому и мама, и миссион начали меняться с того дня. Тогда я вел служение в городе Дэджон, и у нас в университете Чунган было мероприятие, поэтому мы поехали туда. И после проповеди я выходил из зала. Вот тогда вот мама и миссион ожидали меня. И я их пригласил к себе в офис. И мы сели за стол. И миссион за это время похорошела и поправилась. Миссион, мама миссион, как вы проживаете? Вы устроились на работу? И она мне ответила. Да, знаете, мы от наших предков получили большое имение. И мы этим имением живем. Мы не пытаемся заработать больше. Ой, тогда вы должны покупать много вкусного для дочки. Да, вся проблема в том, что она хочет много есть, она переедает. Раньше, когда она принимала медикаменты от туберкулеза, то она не могла переваривать пищу. Но после того, как она перестала принять медикаменты, ей стало намного лучше. Да, и знаете, ей стало намного лучше. Но так как они проживали в другом городе, поэтому у нас не было возможности часто встречаться и разговаривать. И прошло пару лет. Миссион поправилась. И восстановилась на учебу и начала ходить в университет. И однажды ее мама позвонила мне. И она сообщила, что дочка ушла к Господу. Я время от времени вспоминаю о Миссон. Она так радовалась получить прощение грехов. Да, Миссион, мы тебя пускаем. Да, отдыхай там, в небесном царстве. Там нет болезни. Там нет туберкулеза. Ты там будешь счастливой. Знаете, я проповедую Евангелие. С 1962 года и всю свою жизнь благовествовал. И Господь был рад тому, что я проповедую Божье Евангелие. И каждый раз, когда читаю Библию, Господь учит меня, как проповедовать Евангелие. Да, и как нужно проповедовать о прощении грехов. Когда я проповедую Евангелие людям, то люди меняются и обновляются. И за это я очень счастлив. Порой бывают люди, которые противодействуют. Да, порой бывают люди, которые клевещут. Порой бывают люди, которые ругаются.
Но почему я могу радостно проповедовать Евангелие? Потому что Господь помогает мне проповедовать Евангелие. С 10 мая я проповедовал 11 раз. И сегодня выпущена книга на основе этих проповедей. Да, и мы будем продавать эти книги по всему миру. Да, и удивительно наблюдать за тем, как люди, услышав Евангелие, меняются. Я часто говорю об этом. А как вы вообще можете жить, не став пастором? Конечно, бывают трудности, бывают люди, которые вас не так поймут, и бывают люди, которые клевещут вас. Но когда я проповедую Евангелие, и один человек получает прощение грехов. К примеру, моя тесть долгое время не хотел верить в Иисуса. Но за 3 дня до смерти услышал Евангелие и получил прощение грехов. Я был очень рад. Мой сын родился в 1974 году. А в 75 году, через год после моего рождения сына, отец скончался. И уже прошло около 50 лет. Отец все время отказывался от Евангелия, но я помню этот день, когда он принял Евангелие, получил спасение, и я обрадовался. Я не могу забыть об этом. И знаете, у нас есть трудности из-за коронавируса. Да, и проповедуя Евангелие, мы говорили многим телекомпаниям. Да, мы хотим передать надежду и Евангелие людям, которые страдают от коронавируса. И поэтому 276 телекомпаний согласились на то, чтобы транслировать семинар. И по просьбе нескольких крупных телекомпаний, да, я теперь буду проповедовать регулярно на этих компаниях. Ой, в последнее время у меня вообще нет свободного времени, так как мы постоянно записываем программы. Да, Господь сказал в городе, где люди голодали. Да, Божий пророк Елисей говорит: «Слушайте слово Господне. Завтра в это время мера лучшей муки будет по сиклю, и 2 ячменя, 2 меры ячменя будет по сиклю». И тогда что сказал царский сановник? Если бы Господь сделал окно на небе, может ли это произойти? Этим история заканчивается. Но что сделал Господь? Да, в те времена прокаженные не могли проживать с другими людьми в городе, они жили отдельно, вне города. Да, и эта колония находится вне города. И семья приносила еду, поэтому они могли питаться. Но когда наступил голод, то никто не приносил им еду. И потом они ждали, подошли к воротам. Но эти ворота были закрыты. И поэтому они у ворот ожидали, пока кто-нибудь не принесет им еду. Я не знаю, сколько их было там в начале. Но все погибли, и остались только 4. И в тот день они беседовали между собой о том, какую еду они раньше ели и ожидали. Но вы знаете, Господь, какое сердце пробудил в этих прокаженных? Они до тех пор сидели без всяких мыслей. Но вдруг они заговорили.
А в чем польза того, что мы сидим здесь? В городе люди голодают. И кто нам принесет еду-то? Если мы останемся, то погибнем. Даже если нам удастся войти в город, но мы там умрем от голода. Может, нам лучше пойти к сирийцам и сдаться? Они долгое время находились у ворот и ждали еду. Да, они ожидали, пока им не принесут еду. Но в конце концов многие из них умерли и остались только четверо. И когда эти четверо прокаженных подумали, если они будут там дальше сидеть, то они умрут все. И поэтому они сказали: «А зачем мы тут сидим? Лучше пойдем в стан сирийский и сдадимся там. И там будем сдаваться. Если убьют, умрем. Но у них есть продовольствие и еда». Однажды эти люди передумали. И на заре они встали. И начали двигаться в сторону стана сирийского. Они несколько дней голодали. Да, из-за лепры у них выпали пальцы, и они абсолютно себя чувствуют плохо. И они, хромая, шли в сторону стана. И солнце взошло, пока они шли. Да, и повсюду стало темно. Да, пока эти прокаженные с трудом шли в стан сирийского, они падали по дороге. И знаете, в этот момент что сделал Господь? Да, Господь сделал так, чтобы послышался сильный звук, громкий звук коней. Да, звук колесниц. И стук коней. И крики людей. Вот сирийские солдаты. Да, они вот готовили на плитке, варили суп. И вдруг раздался большой звук огромных войск, коней, колесниц. Они очень сильно испугались и вышли на улицу. Повсюду было темно. Но они услышали звук большой армии солдатов и коней. И один закричал: «Да, они наняли других царей, и они напали на нас». И понимаете, они от страха все. Даже не успев сесть на коней, они сбежали и разбежались. Зачем пришли четверо прокаженных? Кто-нибудь есть? Мы пришли сдаться. Кто-нибудь тут? Не было никого в стане. И когда они вошли в палатку, и там суп кипел на плитке. О, неужели это все правда? Давайте сначала покушаем. Они ели, прятали золото, серебро. Они прятали, ели. Они не были в своем уме. И долгое время они прятали, и вдруг прокаженные заговорили: «О, не так мы и поступаем. Сегодня день радостных вестей, а мы молчим. Если мы же будем молчать до утра, то вина падет на нас. Мы же насытились. Мы же там все спрятали». И они вновь вернулись в Самарию. Они громко закричали стражам: «Эй, послушайте! Вот мы были там на стане сирийском, и там никого нет, там только кони привязаны.
И все люди проснулись со сна. О чем говорят эти люди? И они донесли царю. Да, царь подумал, наверняка сирийцы сделали засаду, и они хотят нас поймать. Нет, давайте мы пойдем за ними, посмотрим. И правда, все сирийцы разбежались, поэтому израильтяне взяли и похитили все, что было там. Да, поэтому израильтяне пришли полностью на стан. Да, они взяли там одежду, еду. Действительно, в этот день мера лучшей муки стоила по сиклю, и два ячменя также по сиклю. Дорогие, Господь сотворил человека. Из-за того, что человек согрешил, он должен стать истребленным. Но так как Господь возлюбил человека, и для того, чтобы он мог получить прощение грехов, Господь послал Иисуса. И Библия свидетельствует о том, что, умирая на кресте, Иисус омыл все наши грехи. Библия говорит о том, что Иисус умер за наши грехи. И также Иисус Христос получил все наказания за наши грехи. Да, поэтому Его смертью, смертью Иисуса Христа был положен конец всем нашим грехам. А сегодня во многих церквах они говорят о том, что Иисус умер на кресте за наши грехи. И хотя Иисус умер за наши грехи, но многие люди себя называют грешниками. Слишком многие себя называют грешниками. Но, дорогие, это неправда. А чем я занимаюсь? Да, в Корее многие люди ходят в церковь. Но несмотря на то, что люди ходят в церковь, они продолжают себя назвать грешниками. Мы грешники, потому что согрешили. А куда делось то, что Иисус умер и пролил свою кровь за наши грехи? Я говорю, не так. Я прочитал Библию. А что написано в Библии? Иисус взял все наши грехи на себя и умер на кресте. И все наши грехи были прощены смертью Иисуса. И теперь Иисус называет нас праведными. Но многие люди попадаются на удочку дьявола. И хотя говорят о том, что Иисус умер за меня, но дальше называют себя грешником. И представляете, как будет обидно Иисусу Христу, который умер за нас. Представляете, как обидно Господу сейчас. Но, судя по Библии, я могу точно сказать, что наши грехи точно омылись. Я начал свидетельствовать о Евангелии. Я проповедовал Евангелие в Штатах, и в Германии, и в России, и во многих странах всего мира. И с того момента Господь начал пребывать со мной. Я видел, как Он помогает и благословляет. И когда у нас были трудности из-за коронавируса, и мы попросили телекомпаниям, чтобы они транслировали все 11 проповедей. И количество наших партнеров телекомпании увеличилось, и 267 телекомпаний транслировали наши проповеди. И нам сообщили, что около 1 миллиарда человек слушали наши проповеди. Я не знаю, все они спаслись или нет. Но я верю, что большинство из них верою получили прощение грехов. И также мы говорим тем людям, которые ходят в церковь. Многие люди говорят, что они грешники. Но это неправильно. Тогда в чем смысл, что Иисус умер за нас на кресте? Когда Иисус умер на кресте и пролил свою кровь, нет, Он именно умер за наши грехи. И каждый раз, когда я проповедую Евангелие, Бог открывает пути. И в этот раз на конференции CLF многие люди, многие пасторы пришли.
Да, и в онлайн, да, через программу Zoom эти люди слушают Слово. Я хочу, чтобы все они получили прощение грехов. Если Иисус умер за мои грехи, то мои грехи точно были прощены. Да, Он умер за мои грехи. Он простил все мои грехи. Но до сих пор многие не понимают этого. И слишком многие люди называют себя грешниками. Дорогие, давайте поверим по-другому. Иисус на кресте умер за наши грехи. И Библия говорит нам, что Он омыл всех нас. Когда люди от голода умирали в городе Самария, и Бог возлюбил жителей этого города, поэтому сказал через Елисея. Завтра в это время мера муки будет по сиклю, и два ячменя по сиклю. Он сказал об этом через своего слугу, через Елисея. И Господь исполнил это слово. Он оправил прокаженных на стан сирийский. И услышали шум, и все сирийцы разбежались. И израильтяне взяли всю еду, которая была у сирийцев. И действительно, мера лучшей муки стоила по сиклю, и даже два ячменя по сиклю. Представляете, как эти люди радовались? Представляете, какими счастливыми они стали? И Бог хочет нас благословить такими благословениями. Сперва благодарите Бога за то, что Он простил ваши грехи. Веруйте в прощение грехов. Он не просто умер. Умирая на кресте, Иисус получил все наказания за наши грехи. Если мы с вами принимаем эту правду по вере, то мы приобретем вечную жизнь. Мы будем пребывать в вечном Царстве Небесном. Все наши грехи прощены. Да, и мы будем жить счастливой жизнью, радостной жизнью. Если кто-нибудь остался из вас, который считает себя грешником, возможно, вы думаете, что это правильно. Но смертью Иисуса Христа на кресте все наши грехи были прощены. Мы согрешили. Но грехи омылись белее снега кровью Иисуса. Мы должны верить в эту правду. Да, во многих местах Библии Бог сказал, что мы оправданы, освящены. Я хочу, чтобы вы поверили в такого удивительного Иисуса. Я хочу, чтобы вы оставшуюся жизнь прожили вместе с Иисусом. Я вижу, как Господь во всем помогает, когда я проповедую Евангелие. Бог хотел дать израильтянам еду сирийцев. Поэтому четверо прокаженных прогнало всех сирийцев. И Господь дал еду израильтянам, чтобы они все спаслись. Для того, чтобы спасти нашу душу. Иисус умер на кресте. И Он простил все наши грехи. Я хочу, чтобы вы поверили Слову Бога, а не своим мыслям. Получили прощение грехов. Хочу, чтобы вы счастливо прожили с Господом. И вошли в Небесное Царство. Большое спасибо. Давайте помолимся. Святой Отец, мы Тебя благодарим. Да, Ты пришел к нам, которые должны были погибнуть за грехи. Ты вместо нас был пригвожден ко кресту и получил все наказания. Господь, даруй нам всем веру. Но и многие люди в Корее ходят в церковь. Хотя Иисус омыл все грехи, но люди многие говорят, что они грешники. Пусть они благодарят Бога за то, что простил грехи. Дай им жить счастливой и светлой жизнью. Также благослови всех людей, которые слушают Слово через Zoom. Наполняй всех нас своей бесконечной любовью. Благодарим Тебя. Молился во имя Иисуса Христа.
Аминь. Дорогие, большое спасибо вам. Thank you.